Итак, короткий итог и окончательный итог подготовки земли к зиме. Это вспаханная теплица. Вспахана она сегодня, вспахана она без проблем. Так что вот эта часть теплицы у меня уже готова к зимовке. Буду ли я ее фрезеровать перед зимой? Наверное, нет. Ну и последний кончик земли, который надо было убрать сегодня, это вот здесь маленький кусочек возле теплицы. Он тоже вспахан. Что интересно, вспахан по троллейбусному. Потому что есть возможность бросить провод через шпалеру, и он на плуг идет по троллейбусному. Вот и все. Два последних вспаханных куска. Фрезероваться они не будут. И в зиму пойдут вот в таком виде. Как-то так.